Мне все-таки в эту сторону. Так, а вот этих двоих придется валить. Капюшос? Ну, капюшос так капюшос. Да умри ты уже, а. Все патроны потратил и все нервы заодно. Об бочку бы не загореться. Там звуки из Варкрафта 3, вы слышали? Дикие собаки Динго воют. Косая штуковина. Пурум-пурум-пум-пум-пум-пум-пум-пурум-пурум-пум-пум-пум-пум. Никто ничего не заметил, правда ведь? Упс. А здесь больше народу, чем я думал. Надо было одного вывести из строя, скажем так. Ну, не вывести из строя, а убить. Нафиг. И потом уже рвануть в бочку, когда все подошли. Но я не думал, что здесь так много народу, ну, как обычно. Ничего не меняется в этом плане. А? Что? А? Да какого... Нафиг черта. Давай-давай, иди сюда. Два патрона от лорда остается. Вот это сейчас будет весело. Давай патрон от Велларда, парень. Ничего не найдено. Спасибо. Спасибо. Мне нужна снайперская винтовка с глушаком. Нужно понять, как открыть эти двери. Или молотком, может быть. Кого-нибудь убить. Что такой большой молоток-то, ребят? Это полунаковальня какая-то. Так, вырубаем пробки. Найдите карту, чтобы попасть на что-то там. Куда-то там. Чтобы попасть на завод, где изготавливают танки крыса. Они здесь прямо, что ли? Вы же вроде как бы линию снабжения решили уничтожить. Это же аэродром. Прямо на аэродроме находятся заводы. Нормально у вас тут производство налажено, я смотрю. Нашли, где танки делать. Так, это что такое? Это деревья, это неинтересно. А вот это что такое? Это сундучок, неинтересно. Так, только не поворачивайся. Спасибо. Мне нужны патроны, срочно. Даже в бункере их нету. Кстати, если я сейчас встану и пойду нормально, то меня услышат. Во! Наконец-то к Велларду нашли пару боеприпасов. Уже неплохо. Но только внизу там эти парни ходят туда-сюда. Минус. И второй. Минус. Опять кончается боеприпасы к Велларду. Кто-то просто придумал, что у меня максимум боезапас может быть 16 патронов к пистолету. Это, честно говоря, издевательство. Ну, нашли еще 4 штуки патронов. Еще чуть-чуть нашли. Так, там ничего. Я так понимаю, никого здесь больше нет. Кроме охраны. Чё-то мне это не нравится.
Паника! Паника! Да, этого я так просто не пристрелю. Иди сюда. Иди сюда, конфетку дам. Свинцовую. Ну, слава тебе, Господи. Как парниши на поверхности или где-нибудь там на этаж ниже слышат, что я здесь делаю вообще? История военной коалиции и пехотный штурм. Британцы прижали нас к земле огнем из крупнокалиберных пулеметов. Обер-лейтенант Замер определил, что пулемет находится в центре и на правом фланге, и приказал нам атаковать правый фланг, оставив себе 8 человек. Мы ползли в грязи к нашей цели, когда увидели, как обер-лейтенант повел свою группу в атаку через 400 метров открытого пространства. Он захватил 3 пулеметных гнезда и взял в плен 50 человек. Они были поражены его храбростью, впрочем, как и все мы. Так, там дальше еще один кретинует. Немецкого производства. Посмотрим. Не надо ничего такого делать. Пипец, я вообще не могу попасть с этого пистолета никуда. Просто не могу прицелиться. Так, ну ладно, давайте. У нас тут цель задания. Ну, в принципе, я бы не прочь найти каких-нибудь патрушек. Такс. Карты, карты. Найдите карту, чтобы попасть на завод, где изготавливаются танки крыс. А, найдите карту, понятно. Надо определить местонахождение. Здесь завода нет. Само собой, разумеется. Теперь мне надо как-то попасть наверх, а я здесь уже порядком, могу сказать, заблудился. Освободите заключенных. Эй, парень. Пс. Хоть сюда. Спасибо. Я думал, нам крышка. А что вы будете делать? Они там и останутся, судя по всему. Так, у нас есть лифт. Без. О, нормально. Нормально, я могу сказать. Просто спалили божественно, я бы сказал. Да где тут выход-то, а? Отсюда он вообще есть? Ну, просто восхитительно и изумительно. Пока они, блин, не подойдут, я никого не смогу снять. Ну, винтовку у меня так незаметно вместе со штурмовкой торчат, что прям... Да, подходи сюда. Даже можешь подбежать. Все правильно сделал, молодец. Тактически грамотный парень. Вот это я классно промазал. Он, видимо, не собирается выпячиваться обратно. Ну, на заключенных ему явно было наплевать. Он их не тронул вообще. И заключенные тоже его не тронули. Нормально, они тут все уже побратались, я вижу. Кто там закидывает-то, Люк? Начинается катавасия. Дневник Валина, угроза производства. Союзники все поставили под угрозу. Мы должны работать быстрее, чтобы гарантированно успеть закончить сборку. Необходимо приложить все усилия. Я перераспределил материалы и людей. Ничто не должно препятствовать производству. После того, как первые танки будут закончены, мы можем подавить наступление союзников, восстановить линии снабжения, максимально увеличить производство. Я сам не запомнил, что я читал. А второго обыскать. Так, опять пистолет возьмем. Где здесь выход на поверхность? Алло.
Наконец-то куда-то вверх пошли. Так, вот там два перца стоят, да? Где-то там. Хватит жить-то, эй! Нормально вообще. Да ну вас нафиг. Саня, тут огребешь по полной. Убейте радиста, чтобы помешать вызвать подкрепление. Ну, убил. Но не потому, что он мог вызвать подкрепление, а потому, что он мог меня убить в ответку. Я на него буквально нарвался. Так, а припас у нас, я так понимаю, не пополняется после выполнения миссий. То есть у меня бинтов не максимальное количество сейчас находится в инвентаре. С этой мыслью надо, конечно, поэкономнее. Откуда ты взялся? Держи. О, здрасте, приехали. А где у вас, извините, за нескромный вопрос, уязвимые места? Хватит стрелять туда, где меня уже нету, парень. Неверная тактика, я могу сказать точно. Понятно. Ну, держи хлопушечку. Смотрите, бензобаку пофигу, я чувствую. Кто опять там? Вы как вы заколебали лезть со всех сторон? О-о-о-о! Здрасте! Хорошо, что окопы есть хотя бы. Да, блинский конь. Там все ошалели, что ли, в конец. Держи. Зараза, прут и прут, а? Остальные где? Я видел два снайпера, минимум. Остальные просто забили, я смотрю. Папуас хренов. Опять сзади. Вот вы наркоманы-то, а? Держи недобиток. И я недобиток. Мне страшно представить, откуда сейчас пойдет чекпоинт. Наверное, из бункера, после того, как я, в общем-то... Да. Да. Я столько их замочил. И все зря. Думал, нам крышка. Он просто прикоснулся к замку и открыл его. Иисус. Не меньше.